сегодня, конечно, женская тема, хотя и традиционно женщины доминируют в аудитории, поскольку они заботятся не только о своем здоровье, они заботятся о здоровье своих любимых мужей, любимых детей, родителей. И поэтому это абсолютно естественно. Прошли новогодние праздники, мы с вами давно не встречались в силу разных обстоятельств. Я вас поздравляю с прошедшими праздниками, пусть будет мир в ваших семьях, всем вам здоровья, вашим близким, всего самого наилучшего. Спасибо. И сегодня мы будем говорить, это будет вторая часть лекции, посвященной женскому здоровью, и еще будет третья часть. Первая часть, кто присутствовал, она касалась анатомии, физиологии, особенностям психики женщины. Это, конечно, очень важная тема. И мы будем некоторые моменты упоминать из прошлой лекции. Но сегодня лекция будет посвящена конкретно дисбалансам женского здоровья. То, что наверняка волнует многих женщин не только из-за того, что это болезнь как таковая, но и из-за того, как правильно поддерживать свое здоровье. И третья часть этой большой темы будет посвящена материнству и беременности и родам. То есть это также очень важная тема, даже для тех женщин, которые уже не планируют беременность. У них есть свои дочери, свои невестки, свои внучки. И это очень хорошо, если эти знания будут генерироваться в обществе. Сегодня вы, по сути, получите ведические знания, как поддерживать здоровье, как устранять дисбалансы женского здоровья. И вы автоматически станете носителями этого знания. Ваша задача – привнести эти знания в жизнь ваших близких людей и распространить эту информацию. Хотя бы на таком популярном уровне. Для того, чтобы вступить в эту важную тему для изложения, нужно напомнить несколько важных моментов, особенно для тех людей, которые впервые присутствуют на подобных лекциях, или для тех людей, которые вообще не знают слова аюрведа. Есть такие в зале? Это очень хорошо, что таких нет. Тем не менее, повторение мать учения и понимание главных каких-то особенностей, на которых базируются все ведические знания, очень важно в данном случае и в сегодняшний день. Как вы помните, аюрведа – это природное знание. Природное. Это я всегда подчеркиваю для того, чтобы вы поняли, что это знание не принадлежит уму человека. Это значит, что это знание основано на законах природы, которые мы с вами не выдумали, которые мы не можем изменить и которые обязательно участвуют в управлении любого аспекта жизни каждого человека. Это природные законы, с позиции которых мы можем описать все, что существует в мироздании. То есть любое явление, любой процесс, любой объект описать с уровня знания этих законов. Вы уже их не раз слышали, и я повторюсь, что они известны под названием вата, пита и капха. Вата – это ветер, и ветер по своей природе движется. Он сухой, он легкий, он чистый. Все аспекты движения мироздания связаны с ветром. В сегодняшней теме этот закон ваты будет особенно важен, поэтому я так подчеркиваю те качества, которыми управляет вата. Главное качество ваты – это движение. Единственная стихия мироздания, которая движется – это вата. Только ветер движется в мироздании, больше ничего не движется. Все остальное движется с помощью ветра. Например, пита или огонь без ветра не горит. Если мы свечку накроем стаканом, она потухнет. Современная медицина говорит, нет кислорода, поэтому горение невозможно. Это правильный ответ. Но с позиции аюрведы правильнее сказать, вата не поддерживает питу, не раздувает питу. Так же точно и земля. Она иногда движется, то, что мы называем землетрясением. Но сама по себе земля обездвижена, и двигать ее только может вата. То есть, другими словами,
землетрясение – это проникновение ваты в капху, в землю. Каждый из этих законов имеет анатомическое расположение. Абсолютно о них все известно. Анатомическое расположение, какими качествами они обладают, как они проявляют себя в балансе, как они проявляют себя в дисбалансе. То есть врач не выдумывает, как бы что сказать там о вате, о пите или о капхе. Это готовое, неизменное, вечное знание. Но в то же время оно не костное. Нельзя сказать, что мы ничего больше не делаем, только просто излагаем это знание. Задача врача – привязать это знание к каждому конкретному человеку с учетом его конституции, периода жизни, сезона, проявлений его дисбалансов. Поэтому все в сумме сводится к пониманию того, что лечение или поддержание здоровья – это прежде всего действие врача и человека с учетом его индивидуальной природы, с учетом природы дисбаланса и с учетом природы тех вещей, которые рекомендует врач – еда, лекарства и так далее. Посмотрим друг на друга, и мы видим, что мы все разные. Все разные, хотя внешне мы как бы одинаковые, две руки, две ноги, голова, но на поверку мы все разные. И поэтому аюрведа утверждает, что невозможно дать одни и те же рекомендации всем подряд при одном и том же дисбалансе. В данном случае я говорю не о женских болезнях, а в целом о болезнях как таковых. Более того, каждый человек при одном и том же дисбалансе в различные периоды жизни и в различные сезоны получает разные рекомендации. Так влияет на это период жизни, который мы также будем сегодня упоминать, и, конечно же, сезон. Каждый из этих законов, как я уже сказал, имеет анатомическое расположение. Вата или ветер, легкая по своей сути, расположена внизу нашей физиологии. Все, что ниже пупка. А что у нас ниже пупка? Кишечник. Тазовые органы. В тазовые органы входят, что у нас там? Мочевой пузырь, у женщин это матка, яичники, наружные половые органы. И мы уже сразу понимаем, что при любом дисбалансе гинекологического здоровья женщины вата неминуемо становится главной, потому что это дом ваты. Все, что выше пупка и до диафрагмы, это дом огня. Здесь, как правило, мы видим, что расположены органы, которые участвуют в переваривании пищи. Это дом питы, дом огня, то есть место переваривания пищи. В толстом кишечнике пища, конечно, уже не переваривается. Какие-то небольшие обменные процессы идут, но в основном это процессы всасывания и выведения, а не переваривания. И, наконец, все, что выше диафрагмы, а это легкие, сердце, шея, придаточные пазухи носа. Это дом капхи, дом земли. Видите, как устроена природа. Легкая находится внизу, а тяжелая находится вверху. Легкая естественным образом движется вверх, а тяжелая естественным образом движется вниз. Это одно из объяснений, почему человек как бы держится, не распадается. Почему у нее руки не отпадают, голова не отваливается. Вата стремится вверх, капха стремится вниз. Это держит человека в целостности. Каждый из этих законов имеет 5 подразделов. Естественно, что сегодня мы будем говорить о вате в первую очередь. И очень важно понять, что вата также имеет 5 подразделов. Они так называются – прана-вата, она находится в голове, управляет высшей нервной деятельностью, мышлением. Удана-вата, она находится в горле. Из-за этого у меня есть и у вас есть способность говорить. Когда воздух выходит, движется из тела, голосовые связки начинают наши вибрировать, и мы издаем какие-то звуки. Самана-вата находится в желудке, раздувает пищеварительный огонь. Апана-вата находится в тазу, все, что ниже пупка. И есть еще 5-й раздел – вьяна-вата. Не бойтесь, что вы что-то не запомнили.
я еще буду повторять. Вьяна-вата находится во всей физиологии, в циркуляторных системах и в коже. Так вот, среди этих пяти субдош или подразделов ваты, как вы поняли, апана-вата находится в доме ваты. И поэтому этой апане-вате будет посвящена вся лекция. Апана-вата. В любом классическом тексте, в разделе, посвященном женскому здоровью, то ли чарака санхита, то ли сушрута санхита, аштанга хридая санхита, везде черным по белому записано следующее, и это главный лейтмотив, который вы должны уже сейчас вынести из этой лекции. Ни один дисбаланс женского здоровья не обходится без дисбаланса апана-ваты. Ни один дисбаланс женского здоровья не происходит без дисбаланса апана-ваты. То есть ни одно гинекологическое заболевание не может возникнуть без дисбаланса вот этой апана-ваты. Эта вата движется, как я сказал. Апана-вата движется только вниз. А расположена она ниже пупка. Это кишечник, тазовые органы. Посмотрите, что здесь расположено. Это те органы, которые занимаются очищением. Через кишечник мы выводим кал, а также кишечные газы, что очень важно. Через мочеиспускание, то есть через мочевой пузырь, мы выводим мочу. И женщины через репродуктивные органы выводят вниз менструальную кровь. Всеми этими процессами управляет апана-вата. Также мы делаем отсюда простой вывод, что если один из этих каналов у женщины нарушен, то это неминуемо приведет к дисбалансам и других каналов очищения тела. Классный пример. Женщина страдает запорами, и у нее нерегулярный цикл. Она идет к гинекологу, гинеколог ее начинает лечить. И очень часто, густо даже не спрашивает, ежедневно ли опорожняет женщина кишечник. Ну так чаще бывает. А если даже женщина скажет, что у меня запоры, гинеколог может сказать, да, это плохо. Это плохо, надо идти к гастроэнтерологу, пить слабительное. То есть для гинеколога эта дополнительная информация не дает понимания сути и причинных факторов того, что поддерживает нерегулярный менструальный цикл. Итак, апана-вата выводит и кал, и кишечные газы, и мочу, и менструальную кровь. У мужчин эта же апана-вата выводит мужское семя во время соития, а у женщин эта же апана-вата выводит плод из тела матери. То есть родовая деятельность – это не что иное, как самая активная работа апана-ваты. И как вы понимаете, все эти отходы выводятся вниз. А вата – это воздух, это что-то легкое. Представьте, что естественное движение апана-ваты должно быть вниз, для того, чтобы вывести отходы. А естественное движение всей ваты – вверх. То есть это еще раз подчеркивает, какое нужно усилие приложить, чтобы этот нисходящий ветер эффективно очищал тело и мужчины, и женщины, но в данном случае женщины. Поэтому вот эта апана-вата и ее дисбаланс – это обязательное условие для того, чтобы поддерживать здоровье женщины. Независимо от ее конституции, худенькая она или средней конституции, или полная женщина, независимо от периода жизни, юная женщина или зрелая, или женщина старшего периода жизни, апана-вата всю нашу жизнь делает одно и то же – выводит отходы. Значимость этой апана-ваты еще и заключается в том, что это единственный подраздел ваты, который находится в главном доме ваты, все, что ниже пупка. Помните, прана здесь, удана здесь, самана здесь, а вьяна, пятый раздел, циркулирует во всей физиологии. То есть в кровеносной системе, нервной системе и кожной системе, кожи. То есть нет такого локального места во всей физиологии.
и апана вата, единственный раздел ваты, который находится в своем доме, и тот, который движется противоестественно естественному движению легкого, которое должно двигаться вверх. Апана вата выводится вниз. Если женщина здорова и хочет оставаться быть здоровой, ей нужно балансировать апана вату. Если женщина имеет какие-то функциональные расстройства здоровья, например, у нее нерегулярный цикл, она должна балансировать апана вату. Если у нее какие-то серьезные проблемы со здоровьем, скажем, эндометриоз, она должна балансировать апана вату. Это еще раз придает значимость этому разделу. Я так долго и подробно останавливаюсь на этом, чтобы вы поняли, что без наведения порядка с этой функцией невозможно поддерживать здоровье, женское здоровье. Теперь возьмем разные типы конституции. Есть худенькие женщины, есть средние конституции и есть полные женщины. Конечно же, худенькие женщины, у которых изначально ваты много, то есть качество ваты доминирует в ее теле, они наиболее тщательно и наиболее трепетно должны заботиться о активном движении апана ваты вниз. И мы знаем, что такие женщины чаще всего склонны к всяким проблемам с выведением отходов. Как правило, у них есть проблемы с опорожнением кишечника, то есть тугость в опорожнении кишечника, или же нерегулярность в опорожнении кишечника, или даже запор. Как правило, выведение менструальной крови именно для этих женщин наиболее характерный дисбаланс, потому что сухости изначально у таких женщин много. Но я вам напомню, что качество ваты – это не только сухость. Вата по своей природе легкая, холодная, изменчивая. И вот это качество изменчивости особенно сильно выражено у людей, живущих в больших городах, таких как Киев. Поскольку нерегулярность и изменчивость жизни в большом городе всегда более выражена. А тем более в современном мире, когда мы все пользуемся телефонами, интернетами и так далее. То есть совсем по-простому, беготня, суета, несвоевременность еды, несвоевременность сна, несвоевременность отдыха, несвоевременность физических нагрузок. Все это колоссальные причинные факторы, которые увеличивают вату в целом в теле женщины. И, конечно же, это отражается на этом одном из пяти разделов ваты апана вати. Возьмем среднюю конституцию, то есть там, где больше доминирует огонь. Огненные женщины, как правило, не худые, не полные, более тяготеют к среднему типу строения. Они могут быть, скажем так, посуше, чем полные женщины. Но, как правило, они более спортивные такие. То есть мышечный каркас у них более выражен. Это люди пита, женщины пита конституции. И, конечно же, хотя у них маслянистости не так много, как у полных женщин, но все-таки и сухости у них поменьше, чем у ваты. И все эти факторы, которые я перечислил, которые увеличивают вату в целом и приводят в дисбаланс апана вату, конечно же, значимы для них. И возьмем, например, полных женщин, у которых запас маслянистости такой, что они легко сдерживают сухость. Наоборот, у них маслянистость и липкость, слизеобразующие процессы могут быть настолько повышены в теле, что даже нужно привносить сухость их физиологии. Но, как я уже сказал, у ваты же не только качество сухости, но и другие качества. И если полные маслянистые женщины достаточно легко сдерживают сухость, то другие качества – нерегулярность, холод, легкость ваты – это все то, что также должны сдерживать женщины капха конституции. И поэтому первое, что мы сегодня рассмотрим, это как поддерживать баланс апана ваты. Если вы записываете, то вы можете сделать себе пометки.
Апана вата – это один из пяти разделов ваты. Поэтому, если мы будем направлять свое внимание только на баланс апана ваты и забудем о других аспектах ваты, конечно, мы не получим должного результата. Поэтому баланс апана ваты начинается с общего баланса ваты в теле женщины. Некоторые рекомендации покажутся вам настолько банальными, настолько такими, может быть, где-то непрофессиональными, что как бы не нужно о них говорить. Но на самом деле это имеет огромное значение. Первое, что нужно сделать для баланса ваты, это не истязать свое тело тяжелыми физическими нагрузками, тяжелыми эмоциональными нагрузками. Поэтому больше отдыхать – это значит успокаивать вату. У нас трудоголиков много, особенно это характерно для женщин, у которых хорошо выражена пита, огонь. Они всегда трудолюбивы, всегда у них много энергии. Но энергия и трудолюбие всегда предполагают какие-то нагрузки, прежде всего. И поэтому отдых – это обязательное условие баланса ваты. Но что значит отдыхать? Значит ли это спать? Конечно, нет. Поскольку сам по себе сон, особенно дневной сон, недолгое лежание в постели днем, будет не только успокаивать вату эту, а наоборот еще и увеличивать капху, что тоже не очень хорошо. Поэтому отдых – это прежде всего испытание физических нагрузок наполовину своих физических возможностей. Каждый задаст вопрос, что же это нагрузки наполовину своих физических возможностей. Это, так говорит Аюрведа, это тогда, когда вы чувствуете, что у вас появилась одышка, что у вас появилось сердцебиение, легкая потливость, это значит, что вы достигли 50% своих возможностей. Кто-то скажет, так у меня после двух приседаний это появляется. Так и есть. Это значит, что вот ваш потенциал. Все, что делается чрезмерно, будет увеличивать вату. Особенно это касается физического труда, поскольку, допустим, если я рекомендую кому-то физические упражнения, то женщина может отвечать так, ну я и так работаю, какие там еще физические упражнения. Но между ними есть большая разница, как говорят в Одессе. Физический труд – это активность в стрессе, всегда в стрессе. Даже если вам работа ваша нравится, и вы хороший специалист, и вы балдеете от своей работы, но труд – это всегда активность в стрессе. Надо сделать так, а не так. Тут зашел начальник, или вы сами собой недовольны. А физические нагрузки в виде физкультуры – это активность вне стресса. Именно физкультура, не профессионального спорта. Кроме того, что вы не должны переутомляться, вы должны также не переутомляться эмоционально. То есть избегать стрессов. Когда мы говорим слово «стресс», в аюрведе это автоматически обозначает, что это процесс, который увеличивает вату. Любой стресс увеличивает вату. Это не только в прямом смысле раздражение, или гневливость, или ссора с кем-то, а наоборот, там, неспособность выразить свои мысли. Или же это долгое общение с человеком, который вам неприятен. Или же это вынужденное общение с этим человеком. Вы не можете его исключить. Любой стресс увеличивает вату. Даже переедание – это уже стресс. Да. И любая вынужденная поза – это тоже стресс. Например, парикмахер – все время одни и те же позы. Хирург – одни и те же позы. Там, продавец. Ну и таких много примеров можно привести. Поэтому, конечно, нужно исключить тяжелые физические нагрузки и тяжелые эмоциональные нагрузки. Далее очень важный момент – это сон. Сон – это прямое противоположное качество ваты. Высыпаться – это значит успокаивать вату. Но сон этот должен быть только в должное время. А должное время у нас – это ночное время. Идеально, когда женщина ложится рано спать и также рано встает. Для большинства людей в современном мире это что-то такое невозможное и недопустимое. Как же можно рано лечь, если самое рейтинговое время – это вечерние часы? И в плане общения, там, и в плане
каких-то там увлечений и так далее. Но, к сожалению, это тот фактор, который мы не можем игнорировать, поскольку ритм жизни зависит от движения Солнца и Луны. И не Солнце и Луна за нами движутся, а мы за ними движемся. Им как-то, извините, все равно, когда мы ложимся и когда мы встаем. Но Солнце и Луна – это личности, которые обладают своими качествами. Солнце горячее, значит, это энергия. Луна холодная, значит, это покой. Нет, мало энергии. И в разговоре между собой они могут такое сказать. А вот Наталья Петровна ложится поздно спать и поздно встает. Это значит, что она нас не уважает. Нужно ее за это наказать. Это, конечно, такое как шутка, но можете мне поверить, что так это и происходит. Своим неправильным ритмом жизни вы подчеркиваете неуважение к законам природы, прежде всего к движению Солнца и Луны. Конечно, люди придумали жаворонок и сов, и не придумали, а так и есть. Жаворонки – это ваты, а совы – это капхи. Но между ними – это час времени, а не 5-6 часов. Когда человек ложится в 3 часа ночи и говорит, ну я ж сова, что мне, надо попозже. И также точно в 12 часов ночи встает, он дня встает и говорит, ну я ж сова. А доктор ему говорит, вам нужно вовремя завтракать, 7-8 завтракать, и человек спит в это время. Поэтому своевременный должный сон – это обязательное условие успокоения ваты. Далее еда. Конечно же, еда должна быть такой, которая не будет увеличивать эту вату. Но еда должна быть своевременной, своевременной, а не тогда, когда вы хотите. Конечно, не всегда это просто сделать, но вместе с тем это не означает, что не нужно об этом говорить. Только своевременная еда эффективно переваривается и хорошо успокаивает вату. Идеальная еда для успокоения ваты – приготовленная еда. Приготовленная. Жидкая, полужидкая, теплая, маслянистая, свежая, приносящая удовлетворение. Никак не сухая, никак не холодная. Никак не сырая, обращаю ваше внимание. Сейчас, в этот период, а сейчас период сезона ваты, когда мороз и ветер, пусть там мороз сейчас маленький или нет его, тем не менее зима – это сезон ваты, сырая еда не полезна никому. Никому. Природу не обманешь. Когда-то там в советские времена у нас кроме капусты сырой зимой ничего не было и морковки. Сейчас в супермаркетах как бы это все есть, но в ведах есть четкое указание, что еда не по сезону считается неблагостной едой. Особенно это не полезно, как вы понимаете, женщинам с вата-конституцией. Ими движет такое благое намерение получить больше минералов, витаминов, так сказать, белков, жиров, углеводов. Ну, давайте подумаем вместе, что происходит с едой, которая попадает сырая в наш желудок зимой. Мало того, что она холодная по своей природе, ее нужно согреть в желудке, ее нужно подготовить к перевариванию, ее нужно переварить. А у женщин вата конституции, худеньких женщин, как правило, пищеварительный огонь под жестким влиянием ветра. То есть ветер все время задувает этот огонь. И этого огня может даже не хватить на согревание там, и подготовку к перевариванию, а не то, что переварить эту пищу. Поэтому часть функции пищеварительного огня мы отдаем печке. Печка ее греет и ее готовит. А мы, употребляя готовую еду, только перевариваем ее. Еще раз подчеркну, это очень важно для женщин вата-конституции, для женщин, у которых есть дисбалансы апана-ваты, не только в гинекологии, например, запоры, и для женщин, которые живут в периоде жизни ваты. Я вам напомню, что вся наша жизнь делится на три больших периода. В детстве доминирует капха, примерно от рождения до 15-18 лет. Капха – это земля, и она отвечает за структуру тела. А главная особенность детства – это рост и накопление структуры. То есть все дети, независимо от их природной данности, живут в периоде жизни капхи. Им нужно накапливать структуру. Примерно к 15 годам
пита, огонь начинает проявлять активность, что заканчивается проявлением менструального цикла. Менструальный цикл – это гормональная активность плюс сами выделения крови. Кровь – это пита. И это значит, что примерно с 15-18 лет, не в один день, даже не в один год, начинает доминировать пита, и она, эта доминация питы длится аж до 50-55 лет. Когда к этому периоду жизни пита теряет свою активность, гормоны снижают свою активность, женщина утрачивает менструальную функцию и вступает в период жизни ваты. Ваты, то есть ветра. А ветер, как вы знаете, сушит. И то, что мы видим у людей, у женщин старшего периода жизни, это нарастающая сухость. Как бы там ни было, даже если женщина полная, она сама себе, положа руку на сердце, может сказать, что и там как бы суша я стала, и там, и там. Потому что это период жизни ваты. Особенно важно, как я сказал, это сыроедение, мы говорили, сырые овощи. Для женщин вата конституции, для женщин с дисбалансами ваты и для старшего периода жизни. Если кто-то думает, что в сырых овощах больше белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов, то он как бы не ошибается, это действительно так. Но переварить и усвоить сырую пищу, это означает, что в процессе этого переваривания вы усвоите меньше витаминов, чем с приготовленной еды. Это тот пункт, на который аюрведа обращает особое внимание. И это уже подтверждено многими-многими исследованиями современной медицины. Следующий пункт – это… А фрукты? Фрукты считаются приготовленные солнцем, то есть они уже по своей природе не сырые. Но, тем не менее, есть ряд фруктов, которые ватам недопустимо употреблять. Например, хурма, грузинская хурма. Нельзя? Никак нельзя. А королек? Давайте не будем спешить, потому что информации много. А чем она противопоказана от формы? Вкусом. Вкусом. Ее вяжущий вкус. Само название «вяжущий» – это то, что связывает. А что связывает? Прежде всего, воду. Связывать воду – это значит обезводить организм. Обезводить – это значит высушить организм. А сухость – это одно из главных качеств ваты. Также точно айва, груши и даже яблоки лучше употреблять, не употреблять, или либо употреблять в приготовленном виде. Если это будет айвовое варенье, например, то это совсем другое, там, чем просто айва. Если это будет грушовое варенье, это лучше, чем сырая груша. Но это, правда, в большей степени, конечно, для женщин вата конституции, потому что они изначально сухие. Кроме того, что мы вот эти все моменты должны учитывать для баланса апана ваты, мы также должны понимать, что у сухости есть два противоположных качества – влажность и маслянистость. И поэтому эти два качества нужно привносить в свою жизнь для успокоения ваты. Влажность – это достаточный питьевой режим. Вата конституция должна употреблять воды примерно 30 мл на килограмм веса. И, конечно, эта вода не должна быть холодной, не должна быть газированной. Питы должны употреблять примерно 20-30 мл на килограмм веса. И капхи употреблять хотя бы 10 мл на килограмм веса. И учитывая, что средний вес там, у ваты, питы, капх, разные, мы выйдем на цифры от литра до полутора литров воды вы должны употреблять для успокоения ваты. Второе качество – это маслянистость. Это не просто значит, что нужно исключить сухую еду, но также нужно привнести маслянистость в еду. То есть еда не должна быть сухой. И поэтому каша без подливки, там, сухарики – слишком зажаренные продукты, когда много корочек наших любимых. Это все элементы сухости. И, конечно, это сильно увеличивает вату. Когда орехи и сухофрукты?
Орехи нет, никак не, они же маслянистые. А сухофрукты в сухом виде увеличивают вату, поэтому лучше их употреблять в вымоченном состоянии. Или отваривать компот. Когда мы говорили о сырых овощах, важно также вспомнить, что это не только трудно переварить и усвоить, но еще, скажите, сырые овощи легкие или тяжелые по своей природе? Тяжелые. Конечно. Как же тяжелые? Легкие. Конечно, легкие. Вы сравните капусту и мясо. Или там капусту и молоко. Сырые овощи легкие. А вата у нас какая? Легкая. Тоже легкая. Поэтому, ну, я уже говорил это на лекциях, но сейчас повторю, потому что много людей. Крамольные вещи буду говорить. Поэтому веганство, как стиль питания, для людей с конституцией ваты недопустим. Лакто-вегетарианство можно использовать, но молочные продукты должны быть в основе этого питания. Вата легкая по своей природе. Любая легкая еда будет ее увеличивать. Кроме того, сырые зеленые овощи еще и горькие по своей природе. Если вы будете жевать капусту, сначала вы почувствуете, что она сладкая. Но если вы ее не глотнете сразу, а будете жевать, жевать, жевать дальше, вы четко почувствуете горький вкус во рту. А горький вкус – один из самых худших вкусов для ваты. То есть горький вкус сушит тело, забирает влагу. И поэтому, конечно, и этот фактор говорит о том, что сырые овощи, особенно в холодный период, недопустимы к употреблению. Кроме того, что мы привносим маслянистость в тело женщины, мы, конечно же, эту маслянистость должны вносить не только через еду, а через наружное применение. Многие из вас это используют ежедневно, умасливая руки, лицо, там, шею. Но это только часть возможностей. Если каждая женщина для баланса ваты будет использовать наружное применение масел, то, что называется абхьянгой, это будет самый-самый лучший способ умасливания всего тела. Такая большая поверхность нашего тела привнесет в каждую ткань и в каждую клеточку масло, что будет противоположным качеством сухости. Ну и, наконец, если у женщины эта апана вата никак не поддается балансу, мы будем ее еще 100 раз сегодня вспоминать, конечно же, это может быть умасливание уже специальными методами. То есть масляные клизмы, масляное орошение вагинальное, то есть уже локальное, непосредственно в органы через физиологические отверстия, непосредственно в дом ваты, где эта апана вата главная. Несколько важных моментов, еще касающиеся свободному выходу этой апана ваты из тела. Вы должны сейчас четко понять, что если эта апана вата несет отходы из тела, и она полностью не покидает тело, это значит, что отходы остаются в теле. Вот как на форме запора или на форме неполного очищения во время менструального цикла. Что ей может препятствовать? Конечно, много факторов, которые могут препятствовать этой апана вате. Прежде всего, это шлаки или грязь по-простому, не выведенная из тела. Но есть и более прозаические вещи. Будем говорить, называть вещи своими именами. Половые отношения. Половые отношения во время менструального цикла недопустимы. Конечно, многие из вас подумают, ну это же естественно. Но извините, есть такие, которые так не думают. Или идут на поводу у своего любимого мужчины, или не придают этому значения. Половые отношения во время менструального цикла – это естественное физическое препятствие на пути свободного тока апана ваты, которое выводит менструальную кровь. Есть еще более прозаические вещи, которые, наверное, многие из вас использовали или используют. Это внутривагинальные гигиенические средства, которые с позиции аюрведы недопустимы, поскольку также препятствуют свободному току менструальной крови.